Как открыть новый химический элемент, расскажет академик Российской академии наук Юрий Оганесян. В 2000-х годах под руководством Юрия Оганесяна в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне были открыты 6 новых химических элементов. Последний назвали оганесон в честь заслуг ученого. Мы должны поменять само ядро. Берется одно ядро. Вот это мишень. Берется другое ядро. Вот это снаряд. Вот для того, чтобы их слить, надо снаряд ускорить. Вот примерно до 10-й скорости света. И когда они подойдут близко, столкнутся, одно ядро проглотит другое. Они сольются, станет новое ядро. Моментально изменится электронная структура, вот вам новый элемент. Вот так получается элемент. Весь этот процесс называется искусственным синтезом химических элементов. Подписывайтесь на Минобор науки России и знайте науку в лицо.